В Зарайске в преддверии Великого праздника Дня Победы ответственной комиссией проведен мониторинг состояния мемориалов героям Великой Отечественной войны и прилегающих к ним территорий. Всего на сегодняшний день в округе расположено порядка 40 памятников, воинских захоронений и отдельных территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества. К этим сооружениям круглый год, ну и, конечно, 9 мая приходят люди, чтобы выразить благодарность и возложить цветы. В ходе мероприятия комиссия во главе с руководителем муниципалитета Виктором Петрущенко определили объем работ по покраске и уборке этих территорий. Ни одно памятное место, где пройдут возложения или митинг в День Победы, не останется без внимания. Мы сегодня делаем то, что делаем каждый год. Мы знаем, что впереди у нас 9 мая, и уже по традиции, по закону, мы должны привести все памятники в надлежащий порядок, чтобы они были покрашены, чтобы были отремонтированы. И сегодня как раз мы делаем объезд для того, чтобы понять, что нужно сделать с каждым памятником, сколько нужно денежных средств, нужны ли какие-то материалы, краска, буквы, металлы, как бы, и все остальное. И, ну, конечно же, сама территория, которая у самих памятников, это и убрать листву, это покрасить бордюры, это привести в порядок цветники там, где это есть. И сегодня, если брать, что у нас на территории около 40 памятников, это только тех, которых у нас стоят на балансе, потому что еще есть на территории те памятники, которые люди делали сами, строили за свои денежные средства, и они их сами и поддерживают, и чтобы они были в хорошем, имели хороший вид. Я думаю, что до 9 мая мы обязательно все эти работы выполним. Сегодня было обнаружено много памятников. Те работы, которые мы сможем до 9 мая сделать только частичный ремонт. Что это значит? Что мы их подкрасим и как бы все. Потому что эти работы нужно делать летом, нужно делать теплую погоду. Очень много тех памятников, где нужно перекладывать плитку, много тех памятников, где нужно полностью перекладывать всю кладку кирпича или делать новую штукатурку. Понятно, что в такую погоду мы сейчас это не сделаем и не успеем 9 мая. Это нужно было делать или осенью. То, что, наверное, мы упустили какое-то время, это те работы, которые нужно делать летом. И капитально к этим ремонтам мы вернемся к лету. Но к 9 мая мы должны навести вокруг порядок, и сами памятники должны быть крашены. И мы это обязательно сделаем. Ольга Желдева, Герман Беляев, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.